подождите, если Обозов выбывает из процесса, у человека плохо с сердцем, еще инфарктов не хватало. Андрей Викторович, им плевать. Они заявленных свидетелей обвинения не вызвали. Им говорят, вы же типа у вас еще свидетели, а нам не надо. Да как же не надо, когда год, подождите, ребят, год шло следствие. Нет, стоп, год за... Значит, просим отложить, зачем? Экспертов вызывать не надо. Никого не надо. Понимаете? То есть просто Ваня один день законопатить, чтобы два раза видел полицию, что тут гонять. Вот и все. Автозаки. Человек, а можно, вот вы видели, вот это, здоровый мужик. Да уж куда, да? Тоже до этого, понимаете? Вот скорая помощь, ждем 25 минут, ее нет. Это к вопросу о нашей медицине. Так вот, да, все свидетели обвинения, так называемые, 4 человека, не жалели опять по добрых красных смятых. Они просто, видимо, решили их не называть лучше затем. Хотели, наверное, чтобы кто-то оговорил, такого не вышло. Ну вот эти адвокаты, говорят, за всю жизнь такого вообще не видели. Да никто не видел. Затем могли законопатить за одно судебное заседание. Вот так. Спасибо, что вы пришли. Скажите, Николай Николаевич, спасибо, что вы подошли к микрофону, что называется. Скажите, что делать? Вот что сейчас делать? Ну что, надо, я считаю, пить во все колокола. Понимаете, мне не хватало еще того, чтобы вот так называемое судебное заседание смертный человек закончил. Понимаете, вот это вот. Да, 9 часов будем заседать, надо 15 будем заседать, надо 20. Ну да, и к утру будет понятно, что. Все, надо пить во все колокола. Просто уже совсем, понимаете. Димитрова на процессе в Рейхстаге такого не было. Да что вы говорите? Судили полгода. Его полгода судили. Просто ну сделайте он что-нибудь, ну, какое представление об обвинении. Мы говорим, давайте ролики смотреть, в конце концов.